Провели мастер-классы и раздали автографы. Хоккеисты профессионального клуба «Югра» встретились в Лангепасе с юными спортсменами. Ребята смогли задать вопросы своим кумирам и вместе с ними вышли на лед. Сара Тураева наблюдала за происходящим. Юные спортсмены и их родители ждали этого дня больше месяца. В фойе хоккейного корта Лангепаса в буквальном смысле не протолкнуться. Последний раз участники Всероссийской лиги «Югра» приезжали в гости ровно год назад. За это время у детей накопилось немало вопросов, а главное, сохранилось желание заниматься именно этим видом спорта. Как отмечают организаторы, данная встреча – пиар-компания самого клуба и, что более значимо, пропаганда хоккея среди детей и их родителей. Это важно в большей степени для общения детей, это больше психологически, это общение со своими кумирами, со своими героями, кого они видят по телевизору, за кем они следят в интернете, ездят на матчи хоккейного клуба «Югра», ездили в Сургут на матчи, они, я точно знаю. Значит, это вот психологически очень полезно, есть к чему стремиться, расти дальше, значит, за кем тянуться. Если хоккеисты команды «Сибирь» уже давно решили, что они будут заниматься исключительно хоккеем, то немало мальчишек и девчонок, которые еще ищут себя. Сегодня они хоккеисты, завтра футболисты, а потом и вовсе могут в плавание податься. Встречи с опытными спортсменами как раз и помогают ребятам найти себя. Ежегодное проведение турнира памяти Александра Корунова тоже один из стимулов работать на льду. Я думаю, что все ребята запомнят, потому что я помню каждый свой турнир, где бы мы ни играли, в каком городе бы ни были, тем более здесь такого уровня организация, вы сами сказали, тут трансляции, я думаю, там призы, кубки и так далее, это все откладывается в память и, соответственно, откладывает свой отпечаток. Быть на одном льду вместе с именитыми спортсменами – это ли не мечта настоящего хоккеиста? Бросок, пас, а если еще и гол сумел забить звезде? Жизнь, как говорится, удалась. Вообще до ужаса. Я куча интервью взял, еще плюс на клюшку. Надо слушаться тренера, выполнять хорошо задания, которые он говорит, тренироваться. Для меня было это очень прям важно. Я давно мечтала с ними встретиться, получить автографы. А я очень хотела стать таким же. Трудно за пару часов получить навыки, которые помогут играть юным спортсменам на высшем уровне. Но полюбить хоккей, так как его ценят профессиональный игрок, вполне возможно. Сара Тураева, Дмитрий Филимонов, «Вести», Югория, Лангепас.